Друзья, всем привет! Очередное видео на канале. Еще одна посылочка пришла. На самом деле почтальон постарался, и в этот раз он мне кинул целых 3 посылки. Ну, не будем томить. Получил я description of content 780-STS6-3-8GP 2 иероглифа умножить на 1. В общем, совершенно непонятно, что я получил. 0,03 килограмма. Оценено в $2 продавцом. Поехали, вскрываем, смотрим, что же нам пришло на этот раз. Очень любопытно. Я в полном неведении. Давайте на этот раз вы первыми увидите, что там. Я еще не вижу, а вы уже видите. Смотрим. Ти-динь-с. А это флешка. Хе-хей. Но флешка, но непростая. Это флешка Сунтрси. New Time, New Data, PC to Mac, год гарантии, USB 2.0 флешка. Ну, флешками сейчас никого, ребят, не удивить, естественно. Давайте я ее извлеку и продемонстрирую вам, в чем ее особенность. Так, упаковочка, убрали. На первый взгляд, ничего необычного. Флешка как флешка. Ну да, вот такой вращающийся у нее колпачок, можно так сказать. Это хорошо, что он такой вращающийся. Это означает, что он не потеряется. По-моему, он достаточно крепкий. Так вот, у нее есть маленький секрет. Обратите внимание на вот эту часть. Здесь есть линия разбора. И если мы ее вот так снимаем, тадэнц, мы получаем с вами микро USB. То есть данные на флешке можно считывать как в персональном компьютере, в ноутбуке, в компьютере, так и, например, в Android-устройствах. Это на самом деле ноу-хау, и это очень круто. Пока что я только распаковку записываю. Обязательно с этим устройством я собираюсь поработать. Обязательно поделюсь с вами, как поддерживается телефонами. Это устройство автоматически на порядок обгоняет все остальные флешки. Почему? Потому что нам не нужен дополнительный OTG-кабель для того, чтобы флешку подключить к Android-устройству. То есть этот OTG-кабель, он уже как будто бы здесь встроенный. Вот такое вот любопытное устройство. Я его на самом деле ждал. Очень хочется его погонять. Обязательно напишу обзор. Или под этим видео, под распаковочкой, поделюсь с вами своими впечатлениями в устройстве. Чем больше лайков наберет видео, тем быстрее я напишу отзыв свой на устройство. На сим я раскланиваюсь. Всем спасибо за просмотр. Не забываем ставить лайки, подписываться на канал, писать грозные комментарии. Всем счастливо. Пока.